Заебись! Ну, как говорится, понеслась пизда по кочкам. Ты можешь сойти с ума. Понимаешь, я только теперь понял, что они все должны меня слушаться. И мне никто ничего не может сделать. О, какой веселый кот, это знаю все. Он избавит от забот взрослых и детей. Хай! Вы каждый раз опять будете? Да. Да я же охренею. Ну, дороговушка, к обеду. Что? Пословица не об этом. Ох, у меня это вообще ебать не должно. Я отсканировал свою жопу в ксероксе. Даже немного с бубенцами получилось. Составил распечатать это на холсте. Ура! Да гениально, Влад. Класс. Родной, мы шпилиться будем? До времени. Я тебя сегодня трахну, как сучку. Это пустой огонь. Это разве не шутка была? Шел нахуй отсюда с моей кухни. Иди нахуй. Сама пошла нахуй. Здесь всегда должно быть пиво. Много, холодное. Светлое, темное. Вам же, блядь, по буинам все надо на пальцах объяснять. Похуй, и чипсы. Чипсы тоже похуй. Ты быстро учишься. Да вы издеваетесь. Говори, как есть. Как есть, сынок. Коня верну. Говори, сука! Ретроград? Трухлявый. Олег, пожалуйста, я прошу тебя, я не очень это люблю. Мне, в принципе, по большому счету, все равно, пока утрахает, но когда долбят старушек, это как-то неуважительно. Охуел. А если я загримирую, это лучше, чем меня? А если... Лучшая работа на земле. У меня для тебя плохие новости. Тебе нужно просто знать, закушай работу. Чего? Любишь доставать людей. Моя любовь к тебе так сильна, что я... 20 лет бы там здесь. Нихера себе, у нас такие слова там были. Давай! Получилось, что мы расстались. Ну, за какой-то там ерунды. Я засадил сосед, Ань.
да, но... И курьер из пиццерии. Это ж лютая хуйня. Хорошо, чисто просто. Ну, как вы? Благодарю. Очень приятно. Ой, а что это? Это... мороженое. Нам нужны такие долбоебы. Сделаю из вас альфа. Знаете кто? Саш, ты че, я по-твоему совсем отсталый, что ли? Конечно, знаю, это Альф, инопланетянин. Только при чем здесь я?